смотри, у кого. Я. А, вот, кто это у нас? Ага. Людмила. Итак, передайте, похлопаем победителю первому. А, я не знаю, что там внутри они упаковали, да. Так, доставайте, Лена, второй подарок. Так, подарок в руках у Лены. Анечка, купончик. Пошуршу рукой. Так. Номер 41 у кого? А, вот у тебя у ребенка. Твоя рука владыка, что называется. Так, хорошо. Следующий подарок. Еще последний, третий подарок. Вот у нас что-то такое крупное там у нас. Анечка, купончик. Так. Так, номер 60 у кого? Вот. Передайте, пожалуйста. Вот обратите внимание, вот тут уже первый Галицкий залив, чудное место. Да. И судя по всему, отсюда Агамемнон и повел корабли греков на Трою. Затем центр Нафтрио. И вот обратите внимание, вот зубцы, о которых я говорил. Вот когда мы видим такой пустел, как вот здесь прямо, вот здесь. Не нужно гадать. Это рыцарь. Крестоносец. Ну что ж, фотоаппарат, я надеюсь, у вас вообще оружие. Да, сразу хочу предупредить, пока микрофон. В то место, куда я вас заведу, там есть кактусы. Их не трогать, особенно детям. Потому что я один раз укололся, я неделю все эти колючки вытаскивал. Болезненное очень дело.